Так, это вот донгл старый. Пробуем что-то принять. Даже на 91,4, даже боком, как-то не очень. Ну, то есть мы видим, что-то есть. И слышно чуть-чуть. Но чуть-чуть. Берем 6, 91,6. То же самое, то есть что-то есть, вроде бы. Но на самом деле мы этого не слышим. Слышно только 91,4, видно, из Днепра. Так, сейчас поменяем донгл. Так, ребята, вот новый. Охренеть, я в шоке, я просто в шоке. Честно говоря, в шоке. Это RTL, который с буквой 2, Т2. Ну, то есть 820 Т2, вот, вот такой. Обалдеть, я в шоке, реально. Гляньте, я даже вижу эту станцию и слышу ее. Я ее слышу и вижу. Обалдеть. Я прошу прощения за слова сорняки. Класс. Так, а ну смотрим 91,6. Просто 1,6. Вот эта станция. Да, есть. Вот станция. Так, смотрим 91,1. Тоже слышно. Вот смотрите, как изменилась картина. Девяносто два, вот. Никополь слышно. Честно говоря, я в шоке. Президент Петро Порошенко. Я не думал, что так будет. Вот, ребятки, ну, в общем, результат какой? Очень удивительный результат. Синий получается свисток, у которого вот маркировка 820 Т2. Он на голову лучше работает, чем черный, без Т2. Вот такой вот тест. Увеличение спаленный он принимает, но уровень шума гораздо лучше. Честно говоря, я прям удивлен. В хорошем смысле этого слова. Лайки ставьте, дизлайки, ребята. Всем три и всего доброго.